воинов и служителей от первосвященников и фарисеев приходит туда с фонарями и светильниками оружием. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал ему: «Кого ищете?» Ему отвечали: «Иисуса Назарея». Иисус говорит им: «Это я». Стоял с ними Иуда, предатель его. И когда сказал им: «Это я», они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их: «Кого ищете?» Они сказали: «Иисуса Назарея». Иисус отвечал: «Я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, реченное им: из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого». Симон же Петр, имея меч, извлек его, ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо.